Видно, что спортсмен надо сразу глушить. Ну иди сюда! Пацаны! Воу-воу, крепче стали? Перенесемся в зал. Я вам покажу, как правильно уйти от прогиба. Красиво, молниеносо, как Джон Уик. Джон Уик, четвертая часть. Смотрите скоро на «Крепче стали». Привет, друзья, вы на канале «Крепче стали». Сегодня у нас интересная защита от прогиба, когда заходят за спину, да? Оп, зашли за спину, что вам делать можно? Можно делать разные вещи, например, оп, обходим сюда. Важно, вы пропустили защиту, пропускают и профессионалы, и любители. Теперь моя задача, давайте пошагово. Делать шаг за него. Сначала первый шаг. Помните лавочку? Вот приблизительно как лавочку. Здесь раз. Теперь смотрите, что вам нужно сделать. Первое движение. Шаг делаю ногой ближе к его ноге. Теперь я зашагиваю второй ногой. Зашагнул. Вот подшагнул. Может быть рядом. Здесь плюс-минус, в зависимости от вашей устойчивости. И важный момент. Это мах вот этой ногой и кувырок под себя. То есть я пытаюсь кувырнуться не в него, а вот ближе к себе, а причем облокотиться ближе к своей ноге. Смотри, что делаю. И оп, вытолкнул. Теперь я переворачиваюсь на него. Теперь оказывается не он в выигрышной ситуации, а я. Еще раз. Сделал шаг, сделал два. И теперь моя задача делать колесо. Смотри, бери, смотри, что я буду делать. Грубо говоря, делай шаг назад. И теперь я делаю так. И оп. То есть я пытаюсь как бы зарядить вот эту ногу. То есть моя задача зарядить ногу. Чтобы не встрять головой вниз, вы поджимаете свою голову, обязательно поджимаете свою голову и пытаетесь уйти на плечо. Раз, два, на плечо. Вот эта нога дальняя. Колесо я делаю, пытаюсь выбить ему подмышкой. То есть моя задача прям мах вот сюда я делаю. Если вас захватили за грудки, эту тему будет сложнее делать. У вас нет амплитуды. У вас нет амплитуды, видите? Для этого нужно опустить руки его назад. Если он сделал наверху, держи, Саня. Заходи, нет амплитуды, скорости нет. Поэтому здесь только, если говорим про улицу, бить. Руки грузанули вниз. Я пытаюсь, видишь, локтем что я делаю? Пытаюсь опустить твои руки. Видишь, опустили, партнер грузанулся. Делаю шаг. И сразу выхожу сюда. То же самое можно сделать в партере. Вы боролись за вашу спину. Оп, зашли. Боролись, зашли за спину. Делайте тот же самый кувырок. Делаю шаг под себя и перехожу. Чтобы меня перекинуло обратно, перекидывая мостом туда. Чтобы этого не было, мне нужно быстрее подхватить его ноги, перекидывая. Все, вот когда я подхватил, все. Дальше уже разворачиваю свои ноги и работаю следующую тему. Так. Ну, сейчас сделал другую тему. Позови того бородатого мужика, пожалуйста. Человек ради. Захватил. Да. Ну, маловероятно, что я смогу сделать. Даже амплитудно, даже если внизу. Ну, давай попробуем. Я лечу. Я чувствую, что я птица. Ну, все, в принципе. Красиво. На этом, ребят, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Если увидите меня в следующей передаче, значит, я выжил. У меня только выходить на этот прием. А теперь давайте снова перенесемся на улицу. Ну, если вы расслаблены и вы сам себе не телохранитель, может произойти чуть-чуть по-другому. Вот так все может и закончиться, если вы сам себе не телохранитель. Контроль 360. Ну что, друзья, подписывайтесь на канал. Спасибо, ребята. Ставьте лайки. Спасибо актерам. Сыграли ОС. Инстаграм будет здесь. ОС. А понял? И ты держишь.